Почта России в 2021 году открыла 3 новых и отремонтировала 344 отделения в Подмосковье. Благодаря этому получение почтовых и финансовых сервисов компании стало проще. Новые офисы более удобны для маломобильных граждан. В них установлены пандусы, расширены входные двери, есть кнопка вызова персонала. Напомним, программа по ремонту почтовых отделений стартовала в начале этого года. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и гендиректор Почты России Максим Акимов заключили соглашение о взаимодействии.